эфир 24KZ продолжает выпуск новостей. В студии Патагоса Аркулова. Здравствуйте. Астанинскую декларацию приняли на саммите ШОС в Астане. Подписали главы государств и ряд других важных соглашений, направленных на обеспечение общей безопасности, борьбы с терроризмом и преступностью, а также защиту окружающей среды. Рауль Габитов сейчас находится в пресс-центре, откуда следит за ходом саммита. Рауль, привет, ждем подробностей. Добрый день, Ботагоз. Много сегодня говорили о коллективной безопасности. Касым-Жомарт Токаев обозначил ряд ключевых направлений, которые, на его взгляд, имеют стратегическое значение для Шанхайской организации сотрудничества. Это, например, укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Текущая непростая ситуация, которая сложилась в мире, по его словам, во многом следствие острого кризиса всей системы международных отношений. И как раз на этом фоне ШОС должна усилить свою созидательную роль, чтобы не допустить геополитических разломов. Президент Казахстана выразил уверенность, что ШОС имеет все возможности, чтобы выступить в качестве гаранта на всем евразийском континенте. Особое внимание в своей речи глава государства уделил кибербезопасности. Он предложил выработать специальный механизм постоянного обмена информацией, применения лучших практик и передового опыта. А еще президент говорил о необходимости совершенствовать деятельность Шанхайской организации сотрудничества. Есть конкретные предложения. К примеру, усилить роль секретариата ШОС и генерального секретаря. Это должно трансформировать организацию в еще более эффективный механизм сотрудничества. Поднимали в ходе заседания и много других тем, связанных в том числе с энергетикой, экологией, инфраструктурой и прочими. Все решения нашли свое отражение в документах, которые главы государств подписали по итогам заседания. Рядом со мной сейчас находится исполнительный директор Института парламентаризма Жанар Тулендинова. Жанар, скажите, пожалуйста, повлияет ли сегодняшний саммит на роль Казахстана в целом в регионе, в мире? Ну да, надо отметить, что были предложены в том числе такие очень конкретные инициативы, как создание механизма финансирования проектной деятельности в рамках ШОС на базе Международного финансового центра Астана. И укрепление партнерской сети крупных логистических центров и стратегических портов в рамках ШОС. Казахстан, как всегда, следует своему кредо: сначала экономика, потом политика. Он инициирует именно очень такие прагматичные решения в сфере экономики. Они являются базисом, на самом деле, и политической стабильности и безопасности в регионе. Ну и уже упомянутые вами вопросы кибербезопасности также. И, кстати, были затронуты такие острые для региона проблемы, как Афганистан. И обновленная по инициативе Казахстана программа по противодействию экстремизму, терроризму, радикализму. Она также призвана оздоровить ситуацию и в этой стране в связи с происходящими событиями. Скажите, как документы, которые сегодня подписали, решения, которые сегодня приняли, отразятся на жизни обычных казахстанцев? Ну, это прежде всего, если мы говорим о том же самом механизме финансирования проектной деятельности в рамках ШОС на базе МФЦА, это прежде всего приток инвестиций. Сегодня, как это уже отметил глава государства, 20% резидентов МФЦА это страны ШОС, Китай, Россия и другие. То есть это приток инвестиций, создание новых рабочих мест. Также отмечается возможности Казахстана в цифровой сфере. Мы лидируем в рамках ШОС по уровню развития электронного правительства. Мы на 28-м месте находимся, и поэтому речь идет о том, что возможно создание цифрового хаба тоже в Астане. То есть это все инвестиции, это все рабочие места, это приток капиталов, технологий в Казахстан. И в конце концов, да, любой казахстанец, не только житель столицы, но любой казахстанец, он заинтересован в динамичном развитии проектов ШОС. Спасибо вам большое. Ботагоз, я добавлю, что Казахстан сегодня завершает свое представительство в Шанхайской организации сотрудничества, и эстафета переходит к Китаю. На этом у меня пока все. Я передаю слово вам. Спасибо большое. Напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Рауль Габитов.
Плодотворное взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономики и культуры наши страны задают вектор развития всего евразийского континента, отметил Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. За четверть века ШОС стала важным механизмом системы международных отношений. И вот сегодня в состав организации официально принята Беларусь. Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения, интерес к нему в мире неуклонно растет. Сегодня на саммите в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей организации. В этой связи хочу поприветствовать президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. Ваша страна за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Уважаемый Александр Григорьевич, искренне поздравляю вас. Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги председательства Казахстана в ШОС, отметил, что за этот период было проведено порядка 150 мероприятий разного уровня, включая цифровой, туристический, энергетический, бизнес-форумы, а также молодежный совет ШОС. Договорную базу удалось пополнить 60 новыми документами, касающихся борьбы с наркотиками, охраны окружающей среды, развития энергетики и других сфер. Особый акцент наша страна делала на укрепление культурно-гуманитарных связей. Запущен ряд якорных проектов, которые делают формат ШОС еще более привлекательным. В их числе проект «Духовные святыни стран ШОС» и первый международный музыкальный фестиваль «Шелковый путь ШОС». Также определены 10 туристских территорий для реализации совместных проектов. Город Алматы стал культурной и туристической столицей ШОС. В целом все заявленные на предыдущем саммите цели и задачи выполнены в полном объеме. Я выражаю искреннюю признательность всем странам за поддержку и активное участие в реализации казахстанских инициатив. Глава государства также обозначил сегодня ключевые направления, которые имеют стратегическое значение для всех стран Шанхайской десятки. В первую очередь это укрепление взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности, в том числе общая координация в военной сфере с фокусом на борьбу с силами трех зол – экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом. В приоритете у ШОС, конечно, и расширение торгово-экономических связей. Существенно продвинуться в данном направлении поможет выработка специальных налоговых, таможенных и миграционных режимов. В этой связи актуальным остается предложение Казахстана о создании базы экономических преференций ШОС. Очевидной стала потребность в создании единой площадки для обсуждения и утверждения инвестиционных проектов. Предлагаем создать механизм финансового обеспечения проектной деятельности на базе Международного финансового центра «Астана». Китай, Россия, Индия, Узбекистан, Кыргызстан уже активно работают на этой площадке. В целом 20% резидентов МФЦА – это компания из стран ШОС. Заявил на полях саммита президент и о значимости крепкой транспортно-логистической сферы. Все большее влияние на глобальные рынки будут набирать такие мегапроекты, как «Один пояс, один путь», «Транскаспийский международный транспортный маршрут» и «Трансевразийские коридоры по направлению север-юг», включая вектор «Центральная Азия, Южная Азия», отметил Касым-Жомарт Токаев. На пространстве ШОС проживает свыше 3 миллиардов человек. Организация включает в себя крупнейшие и стремительно растущие экономики мира, на долю которых приходится треть мирового ВВП. Это наглядно свидетельствует об огромном потенциале и глобальной роли нашей организации. ШОС показала себя как уникальная платформа, где в равной степени учитываются голоса и интересы всех ее стран-участниц. Именно на такой незыблемой демократической основе зиждется наше долгосрочное сотрудничество, которое, уверен, будет подкреплено новым содержанием. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Итоги председательства Казахстана в ШОС обсудим сейчас с Мирасом Жиенбаевым, руководителем программы по внешней политике и международным исследованиям научно-аналитического центра Нарекбаев Университи. Он с нами сейчас на прямой связи. Мирас, здравствуйте. Добрый день. Какие ключевые, на ваш взгляд, инициативы выдвинул Казахстан за год председательства в ШОС? Что ж, прежде всего, нам очень важно отметить то, что
мы завершаем свое исторически значимое председательство. И оно исторически значимое по многим причинам. Прежде всего, мы говорим о самом широком комплексе казахстанских инициатив, которые нашли отражение в подписанных решениях и принятии исторически значимой Астанинской декларации ШОС. Мы говорим о переходе на качественно новое взаимодействие в рамках этой организации и нововведении этого формата на принципиально новый уровень. А каких отраслей они касаются? То есть, прежде всего, это самый широкий спектр повестки нашей многоуровневой безопасности. От инициатив о границах до вопросов водных и, экологических, вопросов экологической повестки. Мы видим готовность государств-членов ШОС обсуждать самые насущные вопросы региона. Мы говорим о мощном шаге вперед с точки зрения инновационного, инвестиционного и экономического сотрудничества. И также, безусловно, речь идет о совершенствовании механизмов по традиционным направлениям деятельности ШОС, по борьбе с так называемыми тремя категориями зла шанхайского духа, сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом на пространстве государств ШОС. Мирас, Казахстан, будучи председателем ШОС, представил свои предложения по трансформации организации. Какие структуры усилят? Как считаете? Для нас принципиально значимость представляет именно секретариат этой организации. Также мы вводим инициативы по перезапуску, возрождению, укреплению, а также созданию принципиально новых институциональных, внутриинституциональных форматов в рамках ШОС. То есть здесь есть и координация наших усилий по инвествозможностям, также ряд инициатив, конкретно направленных на укрепление полномочий генерального секретаря организации и его секретариата. Это действительно важный шаг с точки зрения развития, институционального развития этого многостороннего формата. И действительно, в современном мире, когда многие многосторонние форматы претерпевают естественный кризис ввиду глобальных тектонических сдвигов мировой геополитики, то, что сегодня в Астане мы собрали столь широкий пул не только государств-членов, но и государств по нашему стратегическому диалогу в области по повесткам безопасности, это яркое проявление дипломатического совокупного потенциала Казахстана как средней державы, которая может, вступая в коалиции, транслировать свою повестку конструктивного взаимодействия на всем евразийском пространстве. Спасибо большое, Мирас. Напомню, на прямой связи со студией был руководитель программы внешней политики и международных исследований Максуд Нарекбаев университета Мирас Чинбаев. Еще раз спасибо большое. Продолжаем выпуск. ШОС вполне вероятно продолжит расширять границы на евразийском континенте, считает главный эксперт КИСИ Алия Мусабекова. Желающие наладить партнерские отношения есть. Это, например, Сербия и Македония. В целом, по мнению эксперта, Шанхайская организация сотрудничества довольно привлекательна. Благодаря тому, что ШОС работает в кооперационной повестке, а не в конфронтационной, то есть не позиционирует себя как организация против кого-то или против чего-то. И с самого начала, с самого запуска формата она нацелена на укрепление мер доверия, на миротворчество. Благодаря этому ШОС очень привлекательная организация и вызывает большой интерес среди разных стран, в том числе среди стран Европы. В рамках саммита ШОС председатель правления национальной компании «Казахгаз» Санжар Жаркешев и председатель совета директоров CNPC Дайхоулян обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание уделили вопросам экспорта казахстанского газа, транзитного потенциала газотранспортной системы страны и проектам геологоразведки газа. Также собеседники говорили о совместных мегапроектах в сфере транспортировки голубого топлива, в том числе первой нитки магистрального газопровода Бейнеу-Базу и Шымкент и азиатский газопровод. «Казахгаз» занимается товарным газом в Республике Казахстан, работает с компанией CNPC по крупным мегапроектам. Это магистральный газопровод Бейнеу-Базу-Шымкент, а также азиатский газопровод, который соединяет большой газопровод с Туркменистаном, Узбекистаном и Казахстаном-Китаем. Это мегапроекты, потому что, во-первых, это позволяет Казахстану экспортировать свой товарный газ в Китай,
Также и через Беню-Бузову-Шымкент снабжать южные регионы Казахстана товарным газом. Мы обсудили дальнейшее сотрудничество, тактические задачи, текущие задачи этих мегапроектов. Это совместное предприятие по этим проектам, а также потенциальные геологоразведочные работы. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Официальное вступление Беларуси и расширение ШОС активно обсуждает мировое сообщество. Эксперты и политологи отмечают, этот шаг открывает абсолютно новые возможности для экономического и политического сотрудничества в регионе. Кроме того, по словам президента Александра Лукашенко, вступление в ШОС для Беларуси – стратегическая перспектива. Подробнее в следующем материале. Саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством Казахстана начался с того, что Беларусь официально стала полноправным членом ШОС. Таким образом, состав объединения расширился до 10 членов. Вступление восточноевропейского государства в ШОС – вполне закономерный процесс. Страна в 2010 году стала партнером по диалогу в ШОС, а в 2015 получила статус наблюдателя. Через 7 лет, в 2022 году, Беларусь подала заявку на членство в организации. ШОС – это молодая региональная структура, которая продолжает выстраивать свою идеологическую составляющую. Один из кирпичиков в этом фундаменте – Республика Беларусь. Мы включаемся на ранних этапах, когда трансформация в мире еще только запущена, для того, чтобы принимать участие в формировании вот этого нового, о чем мы так мечтаем. Принятие Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества – ясный сигнал о том, что ШОС может расширяться не только в азиатском направлении, но и в западном. Стоит отметить, изначально ШОС задумывалась как политический альянс. Таким образом, по словам политологов, вступление Беларуси в организацию означает, что для ШОС сегодня важна безопасность на всем евразийском континенте. Если мы выработаем на нашей площадке четкие правила, выиграют все, в том числе за пределами региона ответственности ШОС. В наших силах разрушить стены однополярного мира, накормить людей, устранив много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов. Ранее президент Александр Лукашенко заявил, для его страны вступление в ШОС важно не только с точки зрения имиджа и политики, но и с точки зрения экономики. Беларусь обладает большим индустриальным и аграрным потенциалом. Это, считают эксперты, может усилить и экономику стран Шанхайской организации сотрудничества, а сама страна получит для себя дополнительный импульс развития. Отмечу, ШОС сегодня объединяет 3,5 миллиарда человек с общей долей в мировом ВВП около 25%. Тамерлан Ким, 24. И вот глава МИД Беларуси прокомментировал вступление страны в Шанхайскую организацию сотрудничества. По его словам, в приоритете государства усиление сотрудничества в области безопасности, развития транспортных коридоров и торгово-экономического взаимодействия со странами-участницами объединения. Он также отметил положительную динамику двусторонних отношений с Казахстаном. Мы, во-первых, очень рады, что оформление нашего членства происходит во время председательства наших очень близких друзей казахстанской стороны. И, конечно, сделаем все возможное, чтобы придать свой такой белорусский заряд энергии этой организации. Конечно, для нас волнуют прежде всего вопросы усиления сотрудничества в области безопасности, развития транспортных коридоров, торгово-экономического сотрудничества. Мы считаем, что это только усилит наши позиции в этой быстро растущей, динамичной организации. Вот. Ну и для нас будет определенным вызовом, потому что когда-то будет и наше председательство, нам тоже надо будет думать о серьезных, хороших инициативах, не менее значимых для организации, чем казахстанские. Высокий уровень организации саммита ШОС в Астане отмечают эксперты. Российский политолог Константин Калачев считает, сегодня Шанхайская организация сотрудничества – одна из самых влиятельных международных структур. Численность населения ШОС – 3,5 миллиарда человек. Это половина населения Земли. Следовательно, статус ШОС растет. Большой вклад в это внесли инициативы Казахстана, уверен эксперт. Представитель Казахстана было очень эффективным, и саммит организован на самом высоком уровне. Но самое главное, это то, что за время председательства Казахстана ШОС расширился. Да? Беларусь заявила о своем желании вступить в ШОС. Это уже 10-й участник ШОС. Более того, на подходе и другие страны. Но не только это важно, не количество, а качество. А качество, мне кажется, связано с той повесткой, которую формировал Казахстан. Повестка единой и невидимой безопасности. И Казахстан выступает как эффективный миротворец.
Большое внимание на саммите уделяют транспортному и логистическому сотрудничеству. Эту тему, в частности, поднимал и президент нашей страны. Казахстан находится на перекрестке многих транзитных путей, что делает вопрос еще более актуальным. Особое значение придается Транскаспийскому международному транспортному коридору. Через территорию стран ШОС проходит множество транспортных коридоров. И один из таких более перспективных – это в первую очередь средний коридор. Например, в 2022 году грузопоток по этому коридору увеличился вдвое, в 2023 году еще на 60%, то есть этот транспортный коридор получает все больше и больше привлекательность для стран региона и позволяет получить мультипликативный эффект для экономики. Что пишут о саммите зарубежные издания, об этом в следующем сюжете. Наши корреспонденты подготовили новую подборку. Повестка саммита в Астане более чем насыщенная. ШОС наравне с БРИКС может стать площадкой, где возможно создание контуров будущей глобальной безопасности. Такое мнение российскому агентству РИАМО высказал политолог, учредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Алексей Малинин. Он считает, что ШОС в изменяющемся мире в эпоху перехода к многополярному мировому порядку представляет собой крайне востребованную платформу для комплексного сотрудничества между странами, которые хотят заниматься своим суверенным развитием. С момента создания Шанхайской организации сотрудничества в 2001 году объединение окончательно утвердилось как ведущая площадка для решения важнейших вопросов азиатского региона. Таким мнением поделился в российском издании «Лента.ру» член экспертного клуба «Дегория» Георгий Забаринский. По его словам, ШОС стала настолько влиятельной, что другие страны больше не могут игнорировать интересы объединения, отмечая показатели экономического и человеческого капитала. На участников ШОС приходится около трети мирового ВВП, а население составляет свыше 3 миллиардов человек, что позволяет организации решать не только региональные, но и глобальные вопросы. Именно по этой причине в саммите принимает участие генсек ООН Антониу Гутерриш, считает российский эксперт. ШОС является крупнейшим региональным блоком с наибольшим потенциалом в мире. Такое мнение кубинскому агентству Prensa Latina высказал профессор Университета политических наук и права Пан Ден. Он подчеркнул, что организация выступает за партнерство и неприсоединение, содействует равенству между большими и малыми странами. По мнению эксперта, саммит в Астане – знаковое событие, в ходе которого лидеры обсудят пути укрепления прагматичного сотрудничества и сформулируют среднесрочные и долгосрочные планы на будущее. Пан также отмечает, инициатива «Один пояс, один путь» достигла синергии с повесткой Дня ШОС, так как она способствует развитию инфраструктуры, торговли и инвестиций в Евразии. Тамерлан Ким, 24 КИЗ. Итак, ШОС расширилась. Членами Шанхайской организации сотрудничества на сегодня являются уже 10 стран. Это Казахстан, Беларусь, Индия, Россия, Иран, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В числе стран-наблюдателей остаются Афганистан и Монголия. Еще 14 партнеры по диалогу ШОС. В их числе Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Мальдивы и еще несколько. Вы можете увидеть их сейчас на графике. Саммит ШОС в Астане 24-й по счету. В прошлом году встреча проводилась в виртуальном формате. Тогда на саммите председательствовала Индия. В отличие от Нью-Дели, в этом году в Астане главы организации встречаются лично. О том, что представляет собой Шанхайская организация сотрудничества и как она доросла до таких масштабов, в материале Жанны Хусаиновой. История создания организации берет начало с 1996 года. Тогда в Шанхае главы Казахстана, Китая, России, Кыргызстана и Таджикистана подписали совместный документ. Он назывался «Соглашение о мерах доверия в военной области в районе совместной границы». Следом появился термин «Шанхайская пятерка». Основной ее целью было сохранение безопасности и обеспечение стабильности вдоль границ. Этот регион чрезвычайно важен, и то, какие шаги предпринимают для безопасности, дружественного сотрудничества и торговли между этими странами, имеет решающее значение для мира сегодня и завтра.
Ежегодные встречи поочередно в каждой из пяти стран стали традиционными. В 2000 году «Шанхайская пятерка» была преобразована в «Шанхайский форум». Тогда впервые в качестве наблюдателя в саммите принял участие Узбекистан. Годом позже страну включили в состав организации, и название нужно было менять. Так «пятерку» переименовали в «Шанхайскую организацию сотрудничества». В 2017 году она расширилась. Присоединились Индия и Пакистан. Через некоторое время Иран, а сегодня Беларусь стала полноправным 10-м по счету членом. Это очень важно для Беларуси. Согласитесь, что на такой конкретной, более-менее международной площадке, где присутствуют ведущие руководители, лидеры мировых держав, нам присутствовать очень важно не только с точки зрения имиджа и политики, но и с точки зрения экономики. Организация создавалась прежде всего для укрепления безопасности региона. Задача была урегулировать пограничные вопросы. На сегодняшний день цели расширились, и теперь границы предоставляют возможность процветания и экономического развития, которое включает расширение торговых связей и реализацию крупных инфраструктурных проектов. Но страны не забывают и о первичной задаче ШОС. Государства активно противодействуют таким угрозам, как терроризм, экстремизм и сепаратизм. Саммит проходит в очень непростое время. Мир переживает много конфликтов. И я думаю, что главной задачей будет обеспечение взаимодействия и безопасности, в том числе и в энергетическом плане. Все проекты, в которых предусмотрено взаимодействие, должны быть свободны от каких-либо конкретных политических агентов и опасностей. Они должны быть направлены на повышение благосостояния региона. Вместе члены ШОС представляют почти 45% населения Земли и занимают больше 20% территории планеты. На страны Шанхайской организации сотрудничества в прошлом году пришлась четверть мирового ВВП. По данным Международного валютного фонда, это более 24 триллионов долларов. Участники и страны-партнеры организации обладают крупнейшими в мире запасами нефти, газа и редкоземельных металлов. Поэтому влияние организации с каждым годом становится масштабнее. Жанна Хусаинова, 24KZ. Свыше 700 журналистов освещают саммит ШОС. Прибыли они из более чем 30 стран. Представители СМИ работают во Дворце мира и согласия, где организован пресс-центр. В течение дня у них есть возможность следить за трансляцией саммита и в реальном времени информировать свою аудиторию о важных заявлениях лидеров стран-участниц. Сейчас любое решение, которое принято будет на саммите ШОС, имеет значение для всего мира, мы так считаем. И тем более на этот раз предстоящий саммит состоится именно в Казахстане. И это очень дружественный, хороший сосед Китая. Сюда мы отправили порядка уже 20 корреспондентов, операторов, чтобы освещать и саммит, и госвизит. К этому часу у нас все. Больше новостей на нашем официальном сайте 24.kz. Всего доброго.